это шампанское, Катюша, твое, которое ты мне подарила. Братушка, будешь шампанское? Чтоб крепче уснуть. Нет, он не будет. Короче, мама нам задали про барьер риф посмотреть в Австралии на английском. Смотри. Вот это что такое? Вот это что такое за слайм? Очень красиво. Немо, ты выучила Аня тему по-английскому, блин? Так вот, ты что видишь? Учи все, очень красиво. Очень. Там еще дальше красивее. Давай учи, конец четверти скоро. Смотри, сколько дыма. Пар, это же увлажнитель еще лишь, да? Но некрасиво получилось, потому что не совсем видно огонь. Надо было темным сделать и все. Кто-то меня переспорил? Я переспорила. Простишь меня? Нет. Как я могу загладить свою вину? Сегодня перекрашивать, сейчас переоденусь. Ночь перекрашивать. Завтра мы все будем менять. Договариваться будем менять. Ну, может, Леша. Саша в школу уехал. Все, да? Вальтушка. Маленький, мой хороший, ты маленький. Мы будем с тобой сейчас спать еще будем. У нас сегодня будет рагу. Овощную тут пеночку уже сняли с индейки. И даже уже заменили водичку. Аня себе будет сейчас делать омлет, а я варить кофе. Такая прям варить как бы. На кнопочку нажимать. Да. Капусточка наша потихонечку закипает. Даже не потихонечку, а чересчур как-то очень быстро. Тут индейка варится. Аня сделала себе, делает омлет 5-минутку. Это Аня. Красивенько-то как. И песенка красивая. Сейчас вам что-то расскажу. У нас прохладно. Вот такой у нас образ сегодня. Вообще, мне очень много чего хочется вам рассказать, но мне некогда, потому что работа меня сегодня поглотит. И я даже еще не завтракала. Сейчас едем, мчу готовить ужин. Наинежнейшие котлетки рыбные с добавлением кое-чего. Если вы дождетесь, то узнаете, что я туда подмешаю. Что у нас осталось от индейки, ее осталось немножко, от рагу и от супика. Поэтому сейчас мы будем готовить с вами котлетки. Очень вкусные рыбные. У меня есть, когда нет укропа свежего, вот всегда есть замороженный. Вот такой вот. Видно замороженный укроп? А тут у нас собачка. Показать вам какая? Саша собрался на футбол, смотрите. Саша собрался на футбол в новой одежде за 40 минут до выхода. Представляете, как он жаждет играть. Ну все, Саша, не зли его. Благодарю, конечно, за доверие ко мне. Это впервые так, чтобы меня попросили передать Саше. Давай будем поздравлять. Попросили поздравить кого-то через Инстаграм. Ну, я хочу обратить внимание на мужа Юрия. Представляете, это какой шаг написать и попросить ради своей жены. Боже мой, ну все, Антонина, что вам пожелать в день рождения? Быть счастливой, любимой. С таким мужем вы всегда будете любимы. С таким внимательным мужем всегда будете счастливы. Но здоровье вашей семье будет здоровье, будет все. Привет вам от нас, с днем рождения! Здесь у нас из ингредиентов рыбка, лучок, яйцо сырое, 3 даже целых, сливочки. Сейчас это все перемешаем и добавим. Мне показалось, что я переборщила со сливками, я все делаю на глаз. Поэтому я чуть-чуть добавила муки. И вот пробный, вот этот без муки, пробно посмотрим сейчас, как у нас перевернется вообще. А, что будет? Такая оладушка. Вот наш секретный ингредиент уже внутри. И это не укроп, это икра. Икра, смотрите, даже нет
этой водички. Знаете, как бывает это в магазине, когда покупаешь? Я вам уже дала ссылку вчера. Не знаю, удалилась она или нет. Посмотрите, какая каждая прямо вообще. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что, будем пробовать сейчас. Вот такие вот котлеты. Даже я бы не сказала, что это котлетки. Это как оладушки. Рыбные оладушки получились. Очень вкусно будет в картофельном пюре или с любыми овощами. Лиза пришла. Ну, конечно, давай встать. Лиза, ты знаешь, что ты популярна очень стала вчера? После того, как ты сказала «Мама!» После поцелуя, что блеск. И забыла, кстати, блеск для поцелуя домой. Я не специально. После. Мама, ну, ты целовалась сегодня или нет? Мама! Ну что, я соскучилась по готовке, заметно же. Сейчас пока, пока Саша на футболе, мы с Лизой быстро приготовим шарлотку. Нашла, Лиза? Да. Спасибочки. Корицу сейчас добавим. Наша шарлоточка скоро будет готова. Я, кстати, что-то хотела сказать, Лиза, я не помню. Про шарлотку. Вольтушка, отходи, сейчас будет горячо. Так, ставим нашу шарлоточку. Дима, дорогой, здравствуй. Мама! Это Аня пришла. Аня! Я падаю! Аня, я падаю! Аня! Аня! Мочу Вольтус! Наша шарлотка готова. Аня помогает, лишь бы не делать уроки. Так. Лиза тоже. Типа наблюдает, лишь бы не делать уроки. Девочки. Аня, ну все, но уже очень много. Саша где? Саша на футболе.